Здравствуйте, дорогие друзья. Я надеюсь, меня видно и слышно, что я вышла в прямой эфир. Вы мне, пожалуйста, напишите, если меня видно и слышно. А пока я жду ваших отзывов, и хочу вам сказать, что я очень рада опять присоединиться, продолжить свои лекции, потому что на прошлой неделе я немножко приболела и не была. А сегодня с удовольствием продолжаю. Вот вы написали уже. Так, отлично. Меня видят. Значит, я буду продолжать. Сегодня мне, конечно, бы очень хотелось зажечь ханукальные свечи, но у нас еще не зашли, и солнце не опустилось, и поэтому я сделаю это позже. Но вот моя ханукия, наша ханукия, она здесь вот как раз ждет своего часа. Вот. Сегодня я хотела бы начать первую часть из цикла лекций, посвященных великому Рави Шимону Бар-Йохаю. Бар-Йохай — это был известный, огромнейший цадик, которого вы знаете вы наверняка. Он был величайшим интеллектуалом, величайшим законодателем, благодаря которому... Ой, извините, что-то у меня... с голосом сегодня, простите, величайшим законодателем, который внес огромнейший вклад в сохранение вообще всего еврейства и в сохранение еврейской жизни. Он собрал, обрабатывал и систематизировал устную Тору. И если бы не его труды, скорее всего, устная Тора была бы вообще потеряна. К тому же он был... мудрец, он был руководитель народа, он был величайший мистик, дипломат, добившийся в Риме отмены закона, направленного на преследование, направленное на преследование, да, людей, следовавших Торе. То есть этот закон был прямой угрозой уничтожения вообще иудаизма. Вот. К тому же он считается автором, родоначальником Каббалы и автором книги Зоар. Кроме этого, Рав Шимон был борцом за свободу. Был приговорен римскими властями к смертной казни и провел в пещере, скрываясь от римских властей, 13 лет вместе со своим сыном. Но об этом вот мы с вами поговорим попозже в наших следующих лекциях. Из своего исключительного благочестия и постоянного изучения закона он считается одним из людей, чьи заслуги сохраняют мир. И интересно, что во времена его жизни, когда он жил, никогда не выходила радуга, потому что в этом не было необходимости. Как вы помните, что радуга – это напоминание Бога о его милосердии к нам. Так вот, когда он был жив, в этом не было необходимости. Рав Шимон Бар-Йохай родился во втором веке. Известно, что его отец был Йохай, а мать Сара. И практически нет никаких данных о его детстве, рождении. Я думаю, что потому, что в то время евреи не праздновали своего дня рождения. Это особый случай, можно интересно потом поговорить отдельно на эту тему. И вот прежде чем начать говорить о его жизни, о его достижениях, мне бы хотелось немножко зайти в историю, вернуться в историю тех времен и окунуться вообще в все эти события, чтобы понять, в какое страшное время жил Рав Шимон Бар-Йохай. То есть тяжелая рука римских прокураторов, которые правили с необыкновенной жестокостью, ну, вынудила еврейский народ в 65 году нашей эры подняться на восстание, которая охватила всю страну и возродила в сердце народа мечту о возрождении иудейского царства. Вот. Но, к сожалению, это восстание было очень скоро подавлено. И весь оплот восстания он сосредоточился в Иерусалиме. Его стены были неприступны, и защитники настолько храбры, что Иерусалим держался очень долго времени. Но, к сожалению, именно распри между самими защитниками смогли сделать то, что не смогли сделать римские стенобитные оружия.
И к 68 году нашей эры начались вот эти стычки между самими же защитниками, что привело потом к дальнейшему, конечно, к провалу. Мы знаем, что храм был разрушен. Это в то время, как война и осада города продолжалась, то есть начались распри между самими защитниками. Рав Шимон не участвовал в этом восстании, потому что, видимо, он был еще маленьким мальчиком. Но он видел, он рос как раз в этой атмосфере, он видел все величие, страдания еврейского народа, его борьбу за свое освобождение. Что нам дает думать о том, что он был в Иерусалиме во время этих событий, это то, что его дед был габаем в одной из новых иерусалимских синагог, и по субботам он стучал в дверь и собирал людей на молитвы. Отец Рави Шимона был очень знатным, занимал очень высокий пост в администрации, в римской администрации, и очень много помогал, ходатайствовал за своих соплеменников. Вот у римских властей очень много помогал своим соплеменникам. Видимо, семье удалось выбраться из города, когда это еще было возможно. И вот уже настоящие такие данные, записи о Рав Шимон бар Йохае встречаются, начиная с 73 года нашей эры, через 5 лет после падения Иерусалима. Он находился среди мудрецов в городе Явни, мудрецов, собравшихся для решения важного вопроса, каким должен быть путь дальнейшего развития, будущего возрождения еврейского народа. Потому что храм был разрушен, и евреи не представляли, как вообще дальше можно жить без храма, и каким образом можно сохранить вообще весь этот народ. Вот. Происходило дальше. В 78 году пришел к власти Домициан после императора Тита, умершего императора. И Домициан продолжал политику зверскую совершенно по отношению к евреям. Он убивал евреев во всех совершенно провинциях. Он очень боялся возрождения иудейского царства. И это именно он издал указ, а распахали землю, где находился храм, и засыпали это место солью. И настолько он боялся вообще возрождение, что он даже приказал убить всех потомков царя Давида. Вот. То есть непрекращающиеся бедствия, они сыпались на голову еврейского народа все больше и больше. Но несмотря на это, молодой Рав Шимон бар Йохай, он учился, усердно учился, не оставлял изучения Торы, переходил от одного учителя к другому. И, наконец, он встретил своего уже самого любимого учителя Рава Акиву. И учеником его являлся в течение 13 лет. Мы там впоследствии тоже еще побольше об этом поговорим. И Рав Акива очень любил своего ученика Рави Шимона и даже называл его моим сыном. И когда умерли 24 тысячи учеников Рави Акивы, Рав Шимон был один из 5 учеников, оставшихся в живых. Вот. И приблизительно в это время, по всей вероятности, Рави Шимон получает право смеху на посвящение, право учить и разъяснять закон. Этот обряд обязательно раньше проводился, и мудрецам давалось вот такое право, когда уже они могли непосредственно принимать участие в изменении, создавании законов. Вот. Надо заметить, что римские власти очень пристально следили за тем, чем занимаются евреи. Император Адриан выдал указ, в котором говорилось, что любой учитель, делающий посвящение учеников, должен быть убит. Ученик, посвященный в учителя, тоже должен быть убит. А город, где произошло посвящение, должен быть разрушен и вообще распахан. Вот так вот. И был известный рави Ягуда бен Бава, который сделал посвящение 5 мудрецов
среди которых был Рав Шимон бар Йохай. Он не стал это делать в конкретном городе, он это сделал между двумя большими городами. Но римляне узнали об этом, и когда нужно было уже просто убегать, Рав Йехуда приказал своим ученикам бежать самим и оставить его, потому что он был уже очень старенький, в преклонном возрасте, и он остался, его ученики смогли спастись. Ну, а римляне расправились с Рав Йехудой таким образом, что они вонзили в него 300 копий. Вот, к сожалению. Дальше происходило. В 98 году стал править на Троян, император Троян. И за время своего правления он очень сильно расширил границы римского государства, но не переставал убивать евреев по всем совершенно провинциям. Вот, и это положение, оно было вообще настолько трагическим, ужасным, что многие ученики, они оставляли землю Израиля, уезжали. И вот среди учеников Рав Шимона был один такой ученик, который вот сделал это. Он уехал из земли Израиля и стал богатым. И многие ученики решили последовать его примеру. Потому что, правильно, им казалось, что Бог оставил свой народ. Вот столько несчастья в течение стольких лет, такие жестокости, такие жестокие расправы. Что делал Рав Шимон? Он умел поддерживать своих учеников и вселять в них обратно вот эту веру во Всевышнего и в свое предназначение. Он отвел всех учеников в долину. По его вообще могуществу долина наполнилась вся золотыми монетами. Вот такой был уровень у Рава Шимона. Таким он обладал могуществом. Но интересно, что ни одной монеты ни один из учеников не взял никто. Почему? Потому что Рав Шимон сказал, что кто сейчас возьмет, возьмет из своего удела в будущем мире. То есть Рав Шимон умел успокоить учеников на основе Торы, на основе святых писаний, показать им, что Бог не оставил свой народ, что несмотря на разорение, на разрушение храма, на это печальное вообще состояние, в котором находилась земля Израиля, Бог все равно не оставил свой народ. Дальше происходило в 129 году нашей эры приходит к власти император Адриан. И вот император Адриан, он был большим поклонником, он обожал просто греческую культуру, архитектуру. И после посещения Иерусалима, развалин Иерусалима, он решил отстроить город. Причем он не подумал о последствиях, которые могут иметь вот этот его решение отстроить город. Потому что что он сделал? Он на Храмовой горе построил сооружение, посвященную Юпитеру капиталистскому, и заодно свою статую поставил там напротив него. И вот это действие, оно послужило как бы последней каплей вот в этой чаше терпения, возмущения евреев, и вновь поднимается восстание, которое возглавил известный Шимон бар Кохба. И в 132 году восставшие даже смогли освободить Иерусалим от захватчиков, и они разрушили вот это капище на Храмовой горе. И очень интересно, что... Да, что я хотела сказать. Да, вот в этом восстании римляне убили практически 500 000 евреев. Крови было пролито море, конечно. И римский император запретил хранить евреев, и приказал сделать из мертвых тел такой забор, вот, который поставили вот вокруг стен Иерусалима. Вот такое печальное событие. Рав Акива, который является учителем Рава Шимона, он был одним из руководителей этого восстания. И, конечно же, его ученики принимали непосредственное участие в этом восстании. Вот, и сколько сейчас время? Да, уже 15 минут. Я думаю, что на сегодня мы с вами закончим, и на следующий уже раз уже я расскажу более такие конкретные истории про самого Рава Шимона. Я желаю вам всем счастливой Хануки.
хорошего настроения, прекрасного здоровья, всего-всего, всех благ, всех брахот. И до следующей встречи. До свидания. Так, вот это я не могу выключить теперь. Ой, что-то не изменили здесь в... Изменили в этом... Сегодня, кстати, Исаак тоже не мог выключить. Что-то изменили в программе.